Алтайский край вошел в число лидеров по производству молока в России и стал первым по всей Сибири. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона. С начала года в хозяйствах края получили более 500 тысяч тонн молока. Это почти на 7 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. При этом, напомним, весной резко упала закупочная цена молока. Региональные антимонопольщики заявили, что в нескольких районах края скупщики устроили ценовой сговор. Нарушители ждут предписания и штрафы. Проверка была проведена после того, как владельцы подсобных хозяйств пожаловались на молочный кризис в крае.